хорошей пары будет совмещение двух упражнений с били на ротацию. То, что мы рассмотрели для бокового, когда больше нагрузка идет на таз и ноги. Закончили с ним, сделали, например, 10 раз. И сразу же берем двумя руками и кидаем вверху. Здесь акцент идет больше на плечевой, хотя также включается тазобедренный сустав и ноги. Закончим броски, сразу же делаем это либо по воздуху, либо, если есть возможность, по мешку. Сохраняя те же самые условия старта, то есть взрыв бедром, ногой и плечом. Разумеется, кроме фронтальной позиции, как базовой, мы рассматриваем уже варианты и боевой позиции. То есть, ставим, например, левая нога впереди, сделали энное количество раз этот вариант, сразу же перехватили, сделали этот вариант, после чего опять же либо воздух, либо мешок. Следующим кругом, соответственно, будет ставим правую ногу впереди, делаем энное количество раз низ, перехватили, энное количество раз вверх, после чего полностью сохраняем структуру. Работая по цели, мы ставим концовку, но взрыв уже ставится здесь.